Куда меня кикнуло? А, я удалил случайно лобби. Гений. Я вместо того, чтобы нажать на кнопку начать, нажал на кнопку оставить. Ну, ливнуть. Типа. Оставить. Аллилуйя. Телепортируешься? Да. Я тоже прям в нижнем углу телепорт с телепортингом немножко. Ну, английский, русский. Что за пердёж в микрофон? Ладно. Опа, на... Поехали. Так, у меня тут еще Андрей пылесос, чтоб ты понимал, где... Посмотрите позже. У него звук включен Андрей... из теджока. А. Андрей, чтоб ты понимал, у меня пылесос как бы ездит рядом со мной. Я его не слышу, поэтому нормально. Да нет, я Нягхт-3. Нягхт-3. Нягхт? Ну зачем? Все, не трогай его, не трогай. Твоя третья ночь здесь. Вот так он. Стреляешь в бонус, который ты можешь забрать. И зарплату дали. Андрей, я пошел. Тихо. Я к Фоксину пошел. Так, я увидел пока только Фредди. Андрей, Фредди уже пошел. А подожди ты, я слушаю Фонгая. Фокси бежит за мной, Андрей. Парни к телефону. Твой Фокси бегает? Я убежал уже. Пошли посмотрим на него. А где зарплату ты нашел? 5000! Так. Почему оно прогружается на лице? О, тут еще есть. Еще. Как их взять? Ладно, не важно. Почему такая чувствительность жесткая? Андрей, к нам идет очень много. Ну ты понимаешь, кого. Пошли вместе посмотрим. Ты увидишь сейчас Фоксина. Сейчас мы к нему придем. И он заактивируется. Сейчас труба сломается. Где он? Лесный враг или как его назвали? Леса. Прекрасно. Мы же взяли Фонгай, и пока он не расскажет. Он может про поехать. Он может поехать в офис. Я не знаю, может пойти куда угодно. Инструмент, чтобы вернуть его в свою бухту. Да, он выходит из своей бухты. Прям перед вами, перед его бухтой. Ага, теперь. Короче, видишь, почему надо смотреть Фонгая? Может, он про Бонни тоже что-то рассказывал. Почему фонарь не работает? Он ничего не рассказывал, он говорил, что ничего не изменится. У меня фонарик не работает. В смысле, все работает, вот он светит. У меня он не светит. А, все, светит. Может, тебя сварим на Фокси. А, тут еще у Бонни глаза не зажгли. Сейчас они у него зажгутся. О, слышишь? Вот, беги! Да, я уже слышал, сейчас побежит он. Все, у Бонни зажглись глаза. Андрей, Фокси бежит. Я сразу прячусь. Я слепил Фредерика, можно всё-таки? Можно слепить? Да, но у него звуки в жёстке. Почему шкафчик не сработал? Я сжал Е как только мог. Вот. Мануал-то вообще кал? Или это... А, теперь... Мануал! Мануал это ой. Охрененные текстурки. Но они так лагают, поэтому я лучше автоматик. С паники. С паникой! А что такое? Фокси умный, он бежит сразу через два проема. Через этот? Ой. Он был там? Там Фокс. Да. Что делать будем? Кал, Андрей. У нас как бы энергия заканчивается. Что делать будем? Подожди. Короче, открывай тут дверь и пойдем. Подожди. Побежим, точнее. Пошли. План плохой, план плохой! Ты возродился? Да, у меня еще одна жизнь есть. Последняя. Собаки, ой, тихо. Ой, ну ой, что ой, за дерьмище?
Я убежал. Нет, я убежал. Прямо рядом с ним. Ладно, пойду к кислороду. А ты вентиляцию спрятался? У нас сломался генератор. Да, я вентиляцию сломался. Один. Ты вентиляцию сломался. Отлично сказано. Я умер, прощай. Пока. Пока, я сдох, все, окончательно. Да в смысле? Да я умер, все. Три раза. Вот там? Вот теперь прямо, да, и вон прямо вперед. У тебя сейчас убьет Фредди. Два скилла. А почему я за девочку играю? Я же выбирал себе Эмма-пацанчика. Ты выбирал себе девушку? Нет, я хотел за Эмма-боя пойти. А давай я сразу доб... сразу добегу до генераторов, а ты пока что не будешь фонгая скидывать. Это ж тактика галактика. Я пошел. Я себе зажигалку, не. Зачем ты его дропнул? Я не дропал его. А, окей. Все, сейчас я дойду до Бонни. Ну, до генчиков я имею в виду. Ой, а Бонни уже. Ладно, насрать. Блин, а почему я зажигалку не могу? Все, можешь его скидывать, я добежал до генераторов. Ну, дропнул? Давай. Да. Тут главное, что один всего лишь есть вроде вход, да, в генчик. Скажи мне, я купил сейчас зажигалку себе в лобби. Скажи, и зачем? Зажигалка, да потому что она светит как фонарик, только у нее бесконечный заряд. И чё? Спасибо, спасибо, мам, за колбаску. Она у меня не это самое, не появилась. За свет. Я же сказал... Не трогать. Спасибо. Андрей, как режу на камеру, чтоб контент. Чего? Как ты быстро переобулся? Да. Это я умею. Короче, я могу сейчас чилить, потому что генераторы никто сюда вообще не заходит. Но в следующую ночь появится Чика. Зато которая будет, скорее всего, ходить, а? Зато ко мне заходят. Знаешь, куда сломается что-то из них? А если сломается аркада? Ну ладно, тогда будем реролить. Я попробую пойти и... Артём, тебе надо обойти Фокси и Фредди. Ты думаешь, ты справишься с этой задачей? Хз. Чё о, нам... аркада сломалась! Класс! Имба. Согласись, имба. Ладно, я пошел. Да ты умрешь, у тебя и так уже одной жизни нет. Давай я сгоняю. Или давай вместе сгоняем. Ой, ой, тут Фокси возле меня ходил. Возле офиса? Да, и он меня убил. Ой, это хорошо, я могу, значит, сейчас про это. Побежал. Сейчас скажу, если генераторы сломаны. Подожди, пока что еще никуда не беги. Сейчас я появлюсь. Что за подлагивание? У меня ничего не лагает, я не знаю, что у тебя там. Генератор, Андрей, не сломался, можешь идти. Кто? Фокси, Фокси, Фокси! Ну все, пока, Артём. Я не знал, что Фокси надо заводить, а не то что. Я думаю, там просто нажимаешь, и все, он сразу возвращается к себе. Ты где сейчас? Да я сдох уже, сейчас у тебя буду. А-а-а. А, генчик сломался, ладно, пойду к генчику. Иди к генчику, генчик важнее пока что. Конечно, нет. Андрей, кислород на нуле, я пошел. Понятно, я уже кашляю. Имба. Ой! Тут Фредди, оказывается. Я думаю, я успею один починить. Андрей, я уже получаю урон. А я тоже. Но я попытаюсь хотя бы тот, который сломался, генчик починить, потому что без этого вообще жопа. Там тебя голодный Фредди настигнет в любом случае. Хоть бы ты это сломался. Вот... Андрей, сломался, который не... Который верхний, да? В общем, чини все, я пойму. Починил хоть какой-то? Не-не-не, я добежал до одного, а он не сломан, оказывается. Тогда пойдем. Давай второй. Быстрее! Ты можешь успеть. Если еще один удар переживает, то я не успел. Оставь мне все это. Я готов.
бежать. Тут Бонни пришел к нам. И два генчика сломалось. И скример глазика, спасибо. И Бонни, здравствуйте. Имба, я пошел. Ну все, Тех, я предлагаю сливаться. Подожди, нет, я бегу. Аниматроники слышат, походу. Пошли попробуем закадрить Фокси. Ты издеваешься? Как ладно, давай молиться, что сломается сейчас что угодно, но не аркада. Давай. А что угодно, именно два генератора. А, подряд желательно. Добежал до генератора? Почему ты все еще не офнул телефонного парня? Зачем потому он потому что ты не сказал добежал. Да я все, я уже добежал, уже открыл даже все. Ну пускай будет. Не офа его. Что как там... Кстати, а время идет, когда фунгая слушаешь? Опа! Да, время идет. Опа! Я сквозь текстуры сейчас пройду. А ну стой! Андрей, только пожалуйста, не лети потом к Луне, умоляю. Я уже хочу к ней. Я нашел баги! Я нашел баги! Какие? Тут можно как-то... Я могу сквозь потолок посмотреть, понимаешь? Ну, тут можно на шкаф, на шкафы залезть, а там еще полки есть. Вот она, луна наша прекрасная. К ней лететь мы не будем, к сожалению. Нет, нельзя никак. Луна, я лечу к тебе, ты меня так... Как меня в прошлый раз так сквозь текстуры пнуло, помнишь? Я не знаю, это я тебя толкнула, тебе в это время глазик заскримил. Не в прошлый, в позапрошлый раз. И у тебя пролагала, видимо, текстура. О! Хитбок. А, присаживаться нельзя в этой игре, да? Нет. А что? Нет, мы можно как-то, по идее. А я Майкл Джексон. Майкл Джексон. О! О-о-о! О! Все черное. Это Бэкрумс. Андрей, ты что, в Бэкрумс попал? О-о-о! Я сломал игру! Я на крыше здания! Нет, Андрей, зачем? Нет, я обратно упал! Собачки просто не проработали то, что можно банально залезть на что угодно. Вот коробка. Андрей, например. Но тебя тогда все-таки пропитывает. Вы думаете, это меня остановит? Как думаешь, они в рынке могут сквозь стол тебя убить? Я застрял! Я думаю... Да ну ё-моё! Я не хотел таким! О, я как-то жестко выпер себя обратно сквозь стол. Отлично, не бойся, все хорошо. А, здесь тоже есть такой баг. Короче, везде баги сквозь текстуры можно пройти. Я думаю, это хорошее место. Так, окей, это хорошо, это прикольно. Мне нравится, что Фокси нет. Ну что он у себя там тусит? Он к тебе скоро может прийти, Бэйд, будь осторожен. Стой, короче, возле вентиляции и все. Так, здесь есть какие-то такие баги тоже святые? Да, тут тоже можно сквозь потолок посмотреть. Что за непроработанная локация? Андрей, 3 часа у нас на часах. Да? Да. И ничего не сломалось? Пока что нет. Что? Баги сделали! Ну не баги, которые... Короче, все забей. А может ты тогда просто игру сломал, и игра думает, что нас тут нету? Почему я слышал шаги аниматроника? О, Андрей, генератор сломался. Понял. Сантехник уже бежит чинить. Я сразу сломалась. Кто? Нет, это не Чика ходила. Я чиню. Готово. Да, починил. Теперь в аркаду иди. Пойди сам в аркаду, давай вместе. Вместе у нас больше шансов. Если у нас больше шансов умереть, ты имеешь? Как кого-то бьет Фокси, другой его... Другого бьет Фредди, гениально! Да, вот здесь вот, по идее, как-то... Держимся. А! Фокси! 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 А, это Бонни! Это Бонни! Что это за место? Почему у Бонни и у Фокси... Тихо! Пожалуйста, тихо! Пожалуйста, тихо! О нет, там Фоксян. Я почти... О! Замолчи, я пытаюсь Фокси обратно загнать его, блин, конуру.
нет. Привет, пупси. Завали! Артём, вымани Фокси, пожалуйста, мне это надо. Я не могу! Аркада и генератор возле Чики сломался. Ладно, пофиг, давай генератор в первую очередь. Угу. Что происходит? Потому что если мы будем без света, нам жопа полная. Так нам жопа не полная, половина жопы. О, нет, я задыхаюсь. Да. Нет, я успею. Быстрее! Это генератор не возле Чики, скорее всего, ломается. Видимо, да. Я успею генчик сделать, это точно я тебе говорю. Он ломается не там, где ломался в прошлый раз. Я понял, что ты имеешь в виду. Все. Я умру, но умру героем и починю два генератора. Отлично. Помнишь тактику не возрождаться? Давай так ее провернем опять. Ну, помнишь, ты предлагал тактику не возрождаться просто и жить бесконечно? Главное, чтобы генчики работали, правильно? Андрей, я прибежал в аркаду, но сдох. Я тоже. Я не буду возрождаться. Я тоже. Нет, давай я возрожусь, и так по очереди будем. Стой, ты не возрождайся пока что. Это тактика галактика, ребят, мотайте на ус. Стой возле... Стратегия. Сейчас мне убьёт какой-то Фокс. Меня световой флешкой бьет. Что? Когда... я сдох. Потому что был в лобби. Понятно. Подожди. Тактика не работает. И меня не оставляет теперь в лобби. Меня просто световые гранаты убили. А! Лол! Ха! Туда их! 5 я! Понятно! 5 я! 5 я! 6 я! 220 какао! Изи! Изи! Туда их! Изи! Не почувствовал? Стронгер! Смартер! Контракт! Соглашаемся! А что это такое? Я не знаю, это оно не было переведено, мне лень читать. Этот контракт может убить вас, но он заплатит в 3 раза больше. Согласен. Ну, да. Иди за мной. Туда. Что за огромная женщина здесь? Вон туда нам. Стронгер, Смартер. Так это то же самое, что и я покупал. Ну посмотри. Ёбаный. Небесный вкус. Да. Почему небесный вкус? Подожди, а как себе-то поставить? Восхищение небесами. Сколько у меня денег, как понять? Подожди, так вон там в левом... Быстрый спринт. Где? Где? Где в левом? Корона. Ну, видишь, слева там есть такое, как кошелечек. Ага, у меня 6000. Я хочу себе небесный вкус. Подожди. Это аксессуары, Артём, они никак в геймплей не работают. А, да? Да. Почему? Ладно, я куплю себе корону. Have good night. Я купил себе корону. Ладно. Вот зажигалка. Скины. А вот оборудовано. Все, теперь у меня есть зажигалка. Да я зашел. Как выйти от этого? Андрей, я себе поставил зажигалку. А где? Купи зажигалку у него в фонарике. Купи. Я купил корону. Зачем тебе корона? Я хочу быть королем этой жизни. Что теперь делать? Заходишь к нему. Находишь аксессуары, вот корона, да. Нажимаешь на нее, вот покупаешь и оборудование нажимаешь. Как оно калово, ладно, чекнем, как оно в ночи будет выглядеть. Давай себе зажигалку тоже куплю, я могу себе позволить ее. Давай. Заходишь в фонарики. Да, купить. И теперь на нее листай в стрелочках вот этих, там где справа. Видел ее? А, теперь у меня будет фонарик. Вообще зажигалка. Но она же калово светит, по идее. Forgotten memories. Warning. His gametona sansin on slot falele. It's long does in am desem. Понял. Я, по-моему, на каком-то арабском заговорил на секунду. Гуль? Андрей, что такое? Гуль. Чё гуль? Гуль. Что гуль? Тут гуль ходит. Хен Канеки. Фигу. Ладно, я создаю. Это за нормальный ник, потому что... Ой, опа-на. Сейчас Чика живет. Какая она криповенькая.
Она инвалид. Тактика идет по дерьму. Я не смогу там просто ходить, там Чиков, скорее всего, будет патрулировать локацию все это время. Нет. Пошли вместе, посмотрим на нее. Нях-т. Нях-4, ну этот... Нях-т. О, да, Артём, твоя корова просто гениальна. Смотри, какая крутая зажигалка. Полный кал, она светит не вдаль, а рядом с тобой. Такое это себе. Это все равно круто. Правда, у нее заряда практически нет, но погнали. Пойдем, пойдем, пошли. Она выглядит... Почему у нее батарейки? Это же зажигалка. Ой. Боже, это я включил или ты? Так, идем сейчас. Туда. Туда? Да. Давай ты первый. Сейчас направо. Погнали. Идем. Вот сюда ты забирался как-то? Нет, там дальше. Вот, вот тут? Нет, нет, дальше, 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 дальше. Вон там. А как ты сюда забирался? Подожди. Это не там, это в одной комнате, там где генератор, потом покажу. Записи увидишь, короче. Ну пошли. Дальше. Как думаешь, она будет криповой? Скипл фунгая. Вот нет. Она там впереди. Вот туда? Пойдем пока сюда. Нет, пошли сюда пока что. Чика там просто есть. Вот, смотри. Пошли, пупси. Смотри. Ой! Это она, да? Она в... Да! Она в Т-позе летает. А, она SCP 107. Нет. Она меня не видит. Она деграднула. Смотри. Вот какой сюда ты стал? Заходишь. Ой, сейчас, смотри. Заходишь сюда, смотри. И прямо в космос. Имба? Луна! Ой. Луна, я лечу к тебе! Круто! Пошли, я тебе покажу, где можно Чики по в теории заныкаться. Подожди, она что-то нас вообще не видит. Она тупая. А у нее, наверное, глаз нету. Тихо. Она идет. Вон она. Привет, Чикусь! Ну, ты хоть будешь бегать? Она, по-моему, как SCP-173 работает. На превьюшку. Я отворачиваюсь, она в Т-позе ко мне летит. Да! Это 173! А ну, зайди ко мне, зайди ко мне, зайди ко мне сюда, за угол. Зайди за угол! Подожди, зайди за угол, я хочу кое-что проверить, зайди за угол. Зашел. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Какая-то она дегроидная. Чика. Андрей, подожди, я зачем-то генератор отдыха перезапущу. Чика, зачем ты деграднула, боже. Ну... Превьюшку. Все. В смысле, насколько сильно она деграднула? Она стоит, смотрит на меня и такая, бро, помоги. А подойди поближе, что будет? Скримак, я думаю, будет. Не, ничего не будет, она тупая. Смотри, я толкаю Чику. Чика, ты так... Я ее проталкиваю потихоньку. Боже мой, что это такое? Ой! А за что меня убили? Чика, rooms around parsenders. Чика не любит, когда на нее смотрят. Кто-то только что обосрался. Когда она... Капец, она быстрая! Она просто за секунды подлетает к тебе. Андрей, ты видел, как меня она съела? Марионет, приятно познакомиться. Меня зовут Андрей. Но она какая-то кал. Сломался. Я пошел в аркаду, Андрей. А как думаешь? Ой, ой-ой-ой-ой! Здравствуйте! Я сломал Андрей... Фокси. В смысле? Я сломал Фокси! Да в смысле? Ну пойди и посмотри. Ну давай. Я сломал Фоксина. Боже, да что? Ты его в дверь запрещи... Ро, ну как ты так деграднул? Unskill. Ой, он загрелся на меня, но что-то я не заметил. Ой. Ой. Как он угарно летит! Он просто топит, блин, как флэш. Почему Фокси в Т-позе летает? Они все летают в Т-позе. Да. Действичка и хорошая реализация параша. С
Кстати, прикол в том, что аркада не сломается, я сейчас, если починю ее, мы сможем выжить. Так нет, Андрей, Golden Freddy нас убьет. Если включить свет, то не будет Golden Freddy. Ты чинишь генератор? Я попробую. Ой. Let's go! Этих идея сразу калывая, меня убивает. Кони просто встал на защиту своей родины и стоит. Это очень рядом было, я пошел аркаду чинить. Так все, я умер. Окончательно. А, да, окончательно? А, прощай. Кто? А, нет, Фредди! Как мне от тебя убежать? Он забил. Ты же вокруг... О, нет, Фредди! Как же мне от тебя убежать? Загони Фокси обратно. Нет! Загони Фокси обратно для начала. А, он уже. Он уже там. А чё он убегает сам обратно к себе? Как же мне победить? Иди, чини. Фредди. Нет, не туда, не туда, не туда, не туда. Вот сейчас направо. Вот сюда, да. Вот тут, да. Молодец. Появился Golden Freddy, Артём, прощай, всё. Я сейчас увидел Golden, бля. А, он у себя был, у меня просто не было. А я его там ногой пинал. Молодец. Гамми овер. Пикулечка. А, вот ты где. Моя маленькая. Моя домашняя уточка, которая даже не смотрит на меня. Вот, иди сюда, Тёх. Иди сюда. Заходи в комнату. А, подожди. Почему она летит ко мне в Т-позу? Где? Так. А! Не надо, не надо. А теперь через подарок, забирайся на подарок. Артём, забирайся на подарок и заходи за стол. Сюда. Так, подожди. Я смотрю, не бойся. Так. Ага. Зашёл за стол? Да. Все, теперь... Ну все, теперь она, по идее, полностью не может нам ничего сделать. Отворачиваемся. Привет. Мы вогнали... А теперь вылази... Она грустная. Она забила. Почему мы вылезти не можем? Тебе надо как-то пропихнуться. Иди вперед просто. Иди вперед до упора. Я иду. Вперед, вправо, влево иногда двигайся. Как-то я выпрыгнул. Боком, боком! Ты видишь, как инвалид, вот, который пытается покакать. Я стою на стол! Да! Вот, видишь? Это нычка. Подожди, я генератор. Причем это стоит возле одного генератора. Подожди, где Чекуся? Пошли теперь сюда, тут тоже есть такие нычки. Чекусечка! А это здесь сейчас будет, иди сюда. Чика! Чика, вот сейчас чика, направо чика. Будет такая же комната, иди сюда. Моя тут тоже есть такой же стол. Юбочка. А еще тут в каждой комнате есть такой залет на в космос. Подожди, а я могу как... О! Я могу встать сюда! О! Здорово, Андрей! Здорово. Луна, я лечу. А! О, Фокси, как думаешь, Фокси к нам придет? Марионетка достанет ли нас? Она ваншотит, по-моему. Она даже не летит к нам, она просто ваншотит, по-моему. Давай проверим на всякий случай. Я встану сюда. Я пошел к Луне, Андрей. Давай, удачи. Прощай. Давай проверим, у нас марионетка или нет. Она разрядилась. Я думаю, будет скримак все-таки. Это же марионетка, это же не какая-то тупая чика, которая. Я, тупая. Андрей, у меня сейчас люто лагает текстурка или нет? Ты просто по потолку как человек-паук ползаешь и все. Прощай. Надо мной! Сверху появилась марионетка, но я выжил. Она была! Вот тут вот прямо! Серьезно? Я вот так вот смотрел, и она меня не убила! Законтрил ее, а я. Чисто бессмертный получается, да? Я законтрил марионетку. А я бессмертный получается. Андрей, марионетка убивает меня, а ты живешь. Подожди, да я бессмертный получается. Подожди, я не могу умереть, значит и кислород меня не будет атаковать. Подожди. Я выжил. Подожди, надо проверить кое-что. Я понял. Ага, я не могу из этого стола вылезти, это проблема. Я понял, Андрей, урон проходит по этому самому. По ногам, а поскольку ноги в них нет. Не, я тоже выжил. Объектов... Может, Golden Freddy тоже контрится таким образом?
Ну все, мы сломали режим полностью. Он бедный просит, чтобы мы удалили и больше никогда не играли в него. Пощечение сейчас будет с марионеткой. А где тут? Нет, марионетка снова зарядилась, потому что она меня попыталась заскочить. А, да? О, да. Лошара. Как я сюда проходил? Может, Фокси после джемскера тоже, ну? Да, он и откатывается. А-а-а. Нас надо законтрить, может, только что. Голден Фредди разве что, да? Я не знаю. Но мы можем чисто здесь сидеть и все. А, и кислород еще может, и все. Чтоб ты понимал, марионетка именно висела надо мной вот так и заскримила. Но я выжил. Я выжил. Я понял. Потому что меня люто начало калашматить, и я просто вылетел. Ты видел, как меня люто там? Просто выпал. Ну, с моего лица это было просто то, как ты упал. Что там было опять? Меня луна пыталась убить. Но я выжил. Ладно. Сейчас пройдем еще четвертую ночь таким образом. Даже луна. А где тут генератор, Андрей? Это что же путь к генератору? Да, но это не комната с генератором. Тут там же есть 4 комнаты и только 2 из них с генераторами. Пошли, пошли постебемся на Чика опять. Подожди, сейчас марионетка нас еще раз убьет и пойдем. У тебя. Потому что для меня она даже не достает. Да Чи. Стол это спасение. По-моему, была похожая игра, то ли FNAF пародия, там не то, что можно было так засесть и все. Ты полностью неубиваемый. Зажигалка светит, когда это. Ой! Ой, как меня калашматит! Ой, я сейчас вылечу за карту, по-моему. Ну ладно. Луна. Да нет, не видно, чтобы ты вылетал. Мы с тобой вдвоем. Так, можно забираться просто по ящику, который наклонен немножко. Ой. Идем рестартить генчик. Пойдем. Нам туда. Миссис Чика. Я вижу Чику. Я генератор отдыха починил. Кстати, по-моему, марионетка сломалась. А нет, быстрее, марионетка разрядилась. Внычко. Ты починил генчик? Да. А второй надо еще. Нужно второй, да. Ой. Ой, у меня зажигалка села. Иди, чини, в общем, второй, я тут как-то выживу. А, нет! Все нормально. А еще помню, сейчас где я... он, что ли? Ой, сейчас я сел. Я починил, тут Чика стоит, мне жопа. Обойдем? Я... Не обошли. К сожалению. А в этот раз меня маринетка убила. Да? Ну, короче, багана. Все, предлагаю на этом заканчивать. Слушайте, нет, как думаешь, на каких часах стрелки остановились часов? Если я думаю, на 5, на больших. 59, то почему меня так много раз ударило? За... На... Из 15,5. А, то есть, по сути, если мы сейчас починим генчик? В теории, да, мы сможем дожить. Но мы не сможем его починить, там много всех. Банально не хватит стамины, чтобы добежать туда и не умереть от Бонни, например. Но я тоже пошел. Нет, ты чини аркаду, я тут. А Фокси, мне жопа будет в любом случае, поэтому. Сомневаюсь. А ты не знаешь. А ты не знаешь, где генератор, поэтому пойду я. Ну, по сути, да. Но я уже пошел. Короче, один чинит. А, все, понятно, умерли. А почему ты так быстро сдох? Потому что я тут появился раньше немножко. Давай я буду ждать. Я буду ждать. Я не могу. Он сразу справа. А, ты сдох? Да. А ну, реально, если сейчас в ВК посидеть, что будет? Сейчас будет тебя люто белый экран бить. Знаю. А, меня просто самого вернуло к жизни, понятно. Неважно, нажимал, не нажимал, меня просто самого вернуло к жизни. А меня не... А, да, меня вернуло, блин. Ну, все-таки, я мертв. Я видел Голден Фредди. Это я. Красавчик. Раз, два, три. Красавец. Поглажу тебя, блин, по голове. Умница моя. Умница. Я посижу в Венди. Мне просто интересно, как я тогда выжил от Ладно, времени? Ребят. Ставь лайк. Подпишись на мой канал. На канал Артема тоже. Всем удачи. Всем бай-бай. Привет, Марианечка.